Всем привет, это Ольга Швец. Я сегодня проснулась и решила, что уже пора показать себя людям, такой, какая я есть, в свои 47 лет. Чтобы вы посмотрели мою шейку, чтобы вы посмотрели мой лоб, чтобы вы посмотрели мою кожу. Я могу сказать, что здесь хорошего, что здесь плохого, с чем я борюсь, с чем я не борюсь. И меня сподвигло, вот я сейчас смотрю сестренок Пиксиву, как раз вот то, как Карлот наносит тени. Вот посмотрите мое состояние кожи вокруг глаз. 47 годиков. Кстати, вот морщинка расправляется, видите? И вот это вот тоже расправилось нормально. Чем пользуюсь, скажу. С детства у меня вот здесь вены, и под глазами тоже симметрично расположены. В детстве меня даже все время спрашивали, типа, ты что, в глаз получила? Вот у меня как бы и сейчас такое же состояние, то есть я просто сегодня встала и поняла, что это нужно сделать. Потому что когда девочки, которым 25 лет, говорят, о, у меня уже такой шиндец под глазами, вообще капец, надо что-то делать с этим, мне их как-то реально жалко. Что меня сподвигло к написанию этого видео, так то, что вот так вот я с вами буду разговаривать. У меня новый фон. Так вот, короче, девки, не тяните кожу. Ее толщина 1,5 миллиметра. Там нет гидролипидного никакого вообще слоя, и вообще там ничего не вырабатывается практически. Поэтому вы смотрите, у меня как бы тут снег. Вот такая сегодня погодка в Сибири. Все уже там ароматы весны, а нам сейчас нужно это за зимними в ящик убранный тащиться. Итак, чтобы к 50 годам ваш лоб не превратился в гармонь, что сделала я? Я вообще не испытывала никаких проблем с кожей, но мне очень сильно помогла банальная бейсболка, которую вы заметили, что я очень люблю носить. И те, кто может потрогать мой лоб, они говорят, да, у меня здесь нет мышц. И за счет этого я не ставлю ботокс. Вот. И у меня здесь только что-то прорисовываться совсем недавно начало. Я такая, о, надо типа вести бьюти-блог, надо как-то с этим бороться. Так вот. Блин, камера тяжелая. Я жду, кстати, из США планшет с клавиатурой. Я надеюсь, нам будет гораздо веселее всем вместе после этого. Так вот. Если вам 30+, одевайте бейсболку, ваши брови меньше ходят, потому что бейсболка их просто вот так вот, так сказать, фиксирует на месте, не дает вот этим мимическим мышцам начинать развиваться и нахратить вашу кожу. Вот. Вы меньше хмуритесь, соответственно, меньше морщин. Плюс брови все время в приподнятом таком состоянии, что, соответственно, хорошо положительно сказывается на коже век. Патчами никогда в жизни не пользовалась, и вам не советую. Это просто какая-то идиотская разводка на совершенно ненужное в вашем бьюти-гардеробе какое-то дополнительное украшение. Это мое глубочайшее. Поэтому как бы вот так.